От поля до прилавка. Биография каждого стейка теперь хранится в электронном виде. С 1 июля автоматизированная система «Меркурий» стала обязательной для всех, кто связан с производством и реализацией мясомолочной продукции. Для большинства курских организаций это нововведение не стало сюрпризом. В лабораториях при крупных торговых точках областного центра с электронными ветеринарными свидетельствами работают уже на протяжении 3 лет. Прозрачность значит безопасность. «Меркурий» расскажет о товаре все. Нам приходит ветеринарное свидетельство, мы смотрим, чтобы все было, соответствовало. Кому пришла? Производитель, вес, количество, дата выработки, чтобы стояла маркировка, сроки годности от и до. Следующий этап – лабораторные исследования. Чтобы продукт признали достойным прилавка, он должен пройти через целый ряд испытаний. Проводим микроскопию мазков отпечаток. Делаем трихинеллез, пробоварки, это запах мяса, яйцо, авоскопия, радиологическое загрязнение на все продукты без исключения. Результаты исследований ветеринары заносят в «Меркурий». Только после этого дается добро на реализацию. На данный момент практически все курские предприятия перешли на новую систему, как того и требует законодательство. Если по какой-то причине невозможно было оформить в электронном виде, наше законодательство позволяет это сделать на бумажном носителе, но затем бланк документа вносится в данную систему. То есть весь товар, он прозрачно проходит через данную позицию. Зачем нужен «Меркурий»? Полностью исключается фальсификация, его не обманешь. Экономится время всех участников процесса. Минимизируется человеческий фактор. Не нужно больше тратиться на бланки. Сплошные плюсы, признаются те, кто уже освоил новую систему. Ангелина Рязанцева, Андрей Зарубин, телеканал 7.